Всем здорова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в такую вот игрушку под названием Among Us. Правила довольно-таки простые, нам надо найти импостера. Объяснять не буду, я опять член экипажа. Ну ёбана, ну какого фига я член экипажа? Ладно, пойдем посмотрим, что нам надо выполнить. Нихера себе, я электрик 4-го разряда. Хоть я и по диплому действительно электрик, но и в игре я тоже электрик. Ладно, идем тогда тут сейчас в Ираву. Нихера себе, как быстро. Чё так быстро? А, я тут. А я не понял, откат что ли у маньяков слишком быстрый, что ли? Там вроде секунд 25 или 30 секунд, вроде 30. Где-то я только дошел от спавна, уже труп нашли. Да, синим каждый раунд убивают, вроде не выкидывают пол. Где, блядь, труп нашли, ответьте мне. Саша, ты микрофон включи. А, все. Мне кажется, это сама. Я нашел этот труп возле пушек. А тут убегал этот. Блэк. Правда? Погодите. Убегал оттуда? Да. Что? Да, этот Прохор, я знал, он врет. Погодите, не голосуйте. Это Прохор. Если был бы Прохор, он бы меня убил. Вареники, зелье, вареники. Самый лучший шаманский способ. Да, Саша, тебе нужно было просто меня убить, а не обвинять меня. Мне кажется, это зеленый саморепорт. Саша. Мне что тоже... Я всегда убиваю Мэкнейма первым. Да если не я, то его... Заметьте, он меня тоже вчера, в прошлом раунде убился. Да, а самое главное, я сейчас в самом начале так с Ваденька фыкастел. Прохор бы не упустил возможности. У нас взаимная любовь. Да. Давай. За кого? Да Сашу. Сашу. Саша. Ну аж кайф вот такого... Импостерного надо кинуть. Хорошо. Так, вырубаем звук. 10 людей. Да, все, Саша вас эджектед, и пошли выполнять задание дальше, потому что нет задания, выполнить не дали. Труп нашли, и все покатилось вообще в тартарары. Так, за мной бежит Стеша, и... Да идите вы нахер со своим ре... Да господи! Какого хрен... Да в смысле? Ладно. Оп. Да почему? Я же нажимал как раз-таки вовремя. Все, задание выполнено. Там как раз еще все реакторы починили. Ну, в принципе, я правильно не пошел туда, ибо нефиг, я лучше задание выполню и не дадей. Стеша, а ты как тут появилась-то вообще? Я что-то вообще не понял. То ли она тут была, то ли... Хотя она за мной забегала. Может быть, она и была здесь. Хрен её знает, но Стеша какая-то подозрительная. Хоть она и со мной сюда забегала, но... Мало ли, она забежала, в вентиляцию прыгнула, там хвостиком махнула и нас нахер закрыли. Но я так думаю, то, что либо тут предатель, который хотел нас прибить, но не уследил то, что там еще один человек, либо кто-то точно так же, как и я, хотел всех стравить. Так, О2, так, раз, два, три, четыре и шестерочку. Все, окей. Так, а туда кто-нибудь идет? Кто-нибудь идет на то кислород? А, да, там все выполнили. Так, а мне там надо в навигации. Мне надо в навигацию, потом в связь сети. Стоп, в кислороде кто-нибудь есть? Стеша, Олег. Ну, бирюзовый, короче говоря. Мне проще сейчас по цветам. Иди. Ах ты, сука, ты такая. Я на люке. Так, погодите. Я скажу, что это не я, потому что... Дабл килл, то есть кто... Нужно найти, кто бегал по парам. Кто бегал по парам. Да. Я интересно, они догонят, то... Саша, Олег. Теша, Олег. Потом еще кто? Кто бегал вместе? Я был в электрике, потом закончил три задания, там... Провод, потом чихуни нажимать. Погоди. Мейкнейм, ты с кем бегал? Я ни с кем, я одиночку бегал. Погоди, Кент, у тебя были скачивать файлы задания? Да. Где ты последнее выполнил? В админке. Хорошо, так, Олег, у тебя? У меня были, я скачал. Где последнее? В админке тоже были. В админке.
Минора у тебя? Так, у меня это белый. Белый. Где столовый? Последняя. Нет. А где последняя? А я, кстати, не обратил внимания, где еще последняя. Я хочу сказать, что это был дабл килл. Значит, убийцы бегали вместе. Да. Угу. Да. То есть... я бегал один. Пожалуйста, я тоже бегал один, в конце соединился с Майк Нейл. Я в разных частях корабля, потому что я нашла там... Не было... Вот, представь, это Блэк и Майк Нейл. Нет, смотри, объясняю. Я хочу узнать, где я был. Так, Стеша и Олег бегали вместе. Минору и Кент, вы где были? Я делал в электрике, три задания сделал, выхожу. То есть ты бегал один? Погоди, да, смотрите, да. Мне кажется, это Олег и Кент, только потому что Олег не убил Стешу из-за того, что у него был КД, потому что он сделал вместе с Кентом даблкил. Так как последний раз я видел Найта в администрации вместе с Олегом и Кентом. Я не думаю, что это Кент. Он же в одиночке бегал. Ребята, это Блэк Никнейм. Дайте мне сказать, Алло. Мы бегали весь раунд в одиночке, мы соединились только последние 10 секунд. А почему вы думаете, что убийцы были вместе, потому что был труп только один навигации, типа... Ну, троих убили. Блять, один... Ребята, это точно они сейчас... Да дайте за белого. Я за Олега. Я за Никнейма. Я за Никнейма. За Олега, я за Олега. Никнейм. Вы что, идиоты? Идиоты! Блядь! Вы мирного выкинули. Вы выкинули мирного. Последние слова, черный был мирный, потому что когда он меня увидел, он шугнулся меня, все. Ну, по крайней мере, я знаю то, что точно Минору предатель. А кто вот второй, я не знаю. Возможно, Саша, которого мы кикнули. Возможно, он. А возможно и нет. Возможно, я немного оплошал. Я не понимаю, почему никто не выполняет задание. Ни хрена себе, я тут спрятался. Я в домике, я под столиком. Идите нахер отсюда, все всякие импостеры, хуёстеры. Берем, наводим. И почему то ли призраки не выполняют, то ли те, кто бегают, не выполняют задание. Или же реально осталось где-то два... Да, осталось два предателя. Я так и знаю, что это Минору. Минору зарезал, как есть. Ну, как говорится, шаманский метод Эники Бенники немного подвел. Я еще, знаешь, такой думаю, блядь, если это он так специально шугнулся и, сука, меня не убивает, если это, сука, он, блядь, это ты дай ему, сука. Я тебя сделал третьим импостером. Блядь, я опять член экипажа. Я хочу быть в этом видосе предателем. Я хочу убивать весь твой экипаж. Ой, меня интуиция привела туда, куда надо. Я вообще не смотрел, куда бежать. Берем, проводим. Я не понимаю, почему я вот смотрю некоторые видосы по Among Us тоже, и почему-то у всех бывают проблемы с этой карточкой. Почему шликают, не могут никак шликнуть. А, я опять электрик 4-го разряда. Как бы, да, как бы жизненная ситуация. Идем. Самое главное, не зафейлить вот эту вот херню. Так, да почему... Да почему я нажимаю, когда надо? Все нажали вообще ровненько по таймингам, да и все, и нормально. Я вангую, то что сейчас кого-то да прибьют. Сейчас кого-то точно прибьют, потому что раз свет выключают, ну да, в принципе и прибили. Где труп нашли? Опять синий. Белый стоял АФК, там где стреляет по этим астероидам. Не, он уже бежал в О2. Он уже в О2 забежал. Я не знаю, я его видел. Блин, а там ты хрена. Я его видел секунд 10 назад. Секунд 5-10 назад я его видел в О2. Потом свет выключили, и я побежал в оружие. Молчи. Так, вот как я считаю. Я сейчас вообще был в электричестве. Я бежал в задание выполнять к электричеству. Так, слушайте, можно слово? Да. Короче, я смотрел, как проводят карту, Кент провел, и, ну, это задание сразу появилось, ну, шкала так, и он сразу же отошел. А вот Олег стоял долго, очень долго. Да, он стоял очень долго, кстати. И при этом он побежал только в тот момент, как начал вырубаться свет. Ну, значит, скорее всего, он саботаж сделал. А да. Сколько этих? Но при этом первый убийство совершил не он. Давайте, смотрите, давайте так, мы в следующем раунде, все, никто не делает задание, посмотрим, как Олег сделает задание. Хорошо, давай, Олег, какой ну, давайте задание? Тогда. Одно. Не, кстати, кто сейчас еще говорил то, что бежал в электричество задание выполнять? Я.
Так, а ты это кто? Олег. Я просто по электричеству вообще никого не видел. Ну я бежал. Свет выключили, я бежал выполнять это. Да, включить. Откуда ты бежал, Олег? А? Откуда ты бежал? Домой, уроки делать. Управление. Так, а за кого? Скипаем ей, мы же хотим посмотреть. А в доме ты за Олегом, да? Я чё-то понятия не имею. Ты за Олегом? Сидим за Олегом, если вырубается свет, это по-любому он должен быть. Смотрите, я объясню почему, просто я сам иногда с картой туплю. Я не понимаю, что там с картой вообще не получается. Да, я с первого раза делаю. Да вы офигели. Бать монстр. Да там, блядь, просто берешь и мама проводишь, и в конце slow, bad reading, too fast. Да, принято решение пропустить голосование. Я вообще не понимаю, кто это. Мне, ух твою-то мать, надо сейчас электричество врубить, иначе будет очень-очень плохо. Очень-очень плохо сейчас будет, потому что вообще ни жопы не видно, ни какой вообще жопе... А, все, включили свет. Я думал, тоже сейчас будет убийство в толпе. Хоть договаривались и задания не выполнять, но мало ли, я лучше вот это загружу, да, и побегаю за всеми остальными. Давай, загружай уже в таблет. А где этот Олег? А говорили же то, что с ним побегаем. Стоп, а где он? Мы бегаем все... Так, минору. Или тут анимация отключена? Нет, тут, скорее всего, анимация отключена. Ладно. Так, мне надо куда-то наверх. Хорошо. А, в каком-то управлении там выгрузить файл. Возле навигации. Мне почему-то кажется то, что это Олег, потому что я с электричества, как с компашкой кое-какой шел. Я помню то, что там был розовый, который сейчас труп репортнул, и да, еще кто-то там. Еще, да, кроме Олега, все были. Предложение. Олег он точно к нам вчетвером бежал? Мы вчетвером бежали. Меня выкинуло. Вот смотрите, мы бежали вчетвером, из Олега пришли от нас, Блэк и Олег. Да. А где был черный? Да, вот мне интересно, где был черный, где был Олег. А, Олег, кстати, я и черного не видел, я не обратил внимания. Я в столовой был. Я в электричество не забегаю вовнутрь, я боюсь. А где ты был, черный? Там было трое, кажется. Я сейчас что... в кафетерии. Да, кафетерии. Я помню, что в электричестве были я, Сашка, кто еще был там? Найт, да, я, вроде я, рыжий был. А четвертого не помню, кстати, кто был с нами четвертый. Кен, кажется. Господи, я да, извиняюсь, я идиот, я соврал. Вот сейчас я реально соврал, у меня память подвела. Я выбежал из кафетерии, я забежал в администрацию, сделал upload, загрузил данные в администрацию. Я сейчас говорит? Соврал. Это а я, это Black, я соврал. Нет, так, я не понимаю, кто такой я, понимаешь? Black. Говорю, тут я извиняюсь, я сейчас вот тут немножко соврал. Я был не в кафетерии, я вот когда... Зарепортили, я был в администрации, я сделал аплоуд. Что ну, он говорит, сразу не соврал, придумал на ходу. Ну, аплоуд, да, мы выгружаем, типа, выгружаем файлы. Чёрный, ну это очень подозрительно, ты нам соврал? Блин, я вот могу вообще только на Олега и на Блэка, потому что у всех у других в моих глазах есть алиби. Олег, расскажи, где ты был, можешь нам рассказать? Я в столовой был, потом побежал на... Чего? Ну короче, пацаны, это либо Олег, либо черный. По-моему, это все-таки черный. Это черный. Потому что черный что-то начал заданиями, вот это все, что он был в другом месте, и такое ошибся. Ну это... я реально же, ведь я вам мог просто соврать и сказать, что я был в кафетерии. Никто бы соврать? Это не доказал. Зачем мне нужно было говорить, что я. Зачем мне нужно было говорить, что я ошибся? Зачем? Я бы соврал тогда. Куда? Кого и что? Я черного, давайте. Я тоже Олег. Это Олег. Вы глупый, просто. Я ошибся, и вы... Зашибись. Да еще... И чё? Теперь сейчас Олег выжил. Вы глупые просто. Мы реально глупые, мы за черным не проголосовали. Да, не проголосовали. Вы реально глупые. Ладно, побежали тогда сейчас. Тогда сейчас выгрузим файл. Кстати, я сейчас за Олегом побегу. Если я сдохну,
это будет на совести Олега. Если я сдох... Ой, стоп. Стоп, а черный что тут так бегает-то? Черный очень подозрительный. Вот на черного сейчас у меня больше всего вопрос, потому что он, мне кажется, импостер. И я вангую то, что я сейчас пробегу, либо Олег, либо черный меня сейчас прибьет. Вот я что-то вангую. Что-то я слишком таки вангую. Так, берем, скидываем тут листву всю остальную. Вот. А, понятно. Нет, ты зеленый. Не подбежал, у меня, а у меня есть подозрение на черного, потому что черный очень странно около меня бегал. Не-не-не, это зеленый подбежал, там труп лежал. Он зарепончил. По-моему, это все-таки черный. Слишком много подозрений на черного. Да почему вы даже не сказали, почему вы меня подозреваете? Я реально, я признался, что я ошибся. Я признался, что я ошибся. И зачем мне признаваться, если бы я был импостером, я бы просто соврал. И не говорил бы это. Это зеленый, это зеленый. Я подбежал, там уже труп лежал. Где там? Где труп? Где? В электричестве. Смотрите, можно мне сказать? Смотрите, черный все время убегает от нас, в смысле, когда мы толпой бегаем, он ходит один, все время находится я в труп. Я всегда так бегаю, я никогда в толпе не бегаю. Ладно, когда я был мирным, вы видели, чтобы я с вами бегал? Я когда мирный, я никогда с вами не бегаю. Нет, и сейчас я тоже никогда не бегаю. Сейчас, когда я мирный, я не бегаю. Вот я всегда бегаю один, я не хочу бегать в толпе, потому что я ищу трупы, я ищу убийцу. Я смотрю, где кто. Я вот смотрю за Найтом, я смотрю за всеми, пытаюсь смотреть, где кто, а вы меня пытаетесь обвинять. Сейчас. Я сейчас бежал в кислород, черный за мной бежал, такой посмотрел на меня и такой, ну ладно, пойду назад. Я, блин, чуть не обосрался, думал то, что ща я буду колбасой ливерной лежать. Ну я тебя не убил? Не убил. Ну потому что КД откат-то, скорее всего, было. Я думал по-прежнему то, что это Олег. Я так всегда. Я тоже говорю, что это Олег. Не-не-не, это Саша, я пытался выслушать, где Олег был в прошлом раунде. Вы мне даже не дали у него спросить, где он был. Олег, можешь сказать, где ты был в прошлом раунде? Сначала я был в столовой, после столовой я побежал к двигателям, там, помните, зарепортили человека. Кто-нибудь видел его там? Я может видела доказать? Его выходящего из хранилища наверх. Я сразу бежала к камерам и увидела, что труп репортит. Так, момент. Ребята, можно... Так, то есть последние сказать? Секунды ты был не в реакторе. Так, смотрите, у нас сейчас ситуация такая, что мы всю игру фактически подразумеваем черного, но не можем выкинуть его. Сейчас у нас подозрение их трое, это Блэк, Саша и Олег. Значит, Найт, Супер Херо, то есть фиолетовый, и я, получается, мирный. Я предлагаю голосовать за черного. Это не факт. Это не факт. Потому что у него слишком много подозрений. И не стоит забывать, то, что у нас еще два предателя. Да, у нас два предателя, черные должны. Потому что один мог в прошлом раунде бегать в толпе. Черный. Надеюсь, вы ошиблись. Это правильно. Да. Ну, увидим. Может, да. А может и нет. Так, звук. Ох, я не знаю, ошиблись мы или нет, но я по-прежнему думаю, то, что это вот бирюзовая какаха. Вот я нарочно сейчас буду за ним бегать, может быть, он либо на меня будет сейчас вкидывать, либо он меня сейчас убьет. Я думаю, то, что он меня сейчас убьет, вот у меня такие подозрения, либо он сейчас нарочно не будет меня убивать, чтобы в моих глазах у него было алиби. Но мне что-то подсказывает, то, что я сейчас пойду в электричество и обнаружу там какой-нибудь труп, а? Давайте, так, Саня там побежал. Сашок, не вижу. В камерах. Так, сейчас надо опять кого-то выкидывать точно. Стойте, кто сказал в камерах? Я. Это кто? Я. Олег. Я не знаю, кто такой. Олег? Стой, Олег сказал в камерах? Да. Олег, а можно, знаешь, я тебе кое-что сейчас скажу? Тебя там не было, за мной шел только зеленый, Саша. Yeah. А я видел только одно «но», как Олег бежал из хранилища в сторону электричества, и из электричества он пошел... я не видел, чтобы он вообще в какую-либо сторону бежал, кроме этого. Он ушел в электру, не в электру, а в эту, как ее, в реакторы, и оттуда в реакторы. Да, нет, там я следил. Я следил за Сашей, ну, в смысле, за ним шел. Он потом за мной в итоге побежал. Я испугался, что он в электре меня знаете, зарежет. Кто предатель? Я думаю, это Олег. Потому что это остается только он вариант. Ну, если не можешь сменить, как-то больше как-то.
Я реально обосрусь, если это не Олег. Я тогда вообще... У меня будет сильнее экраны, но он будет и всё. Блядь, убил из... Блядь, убил, воспалили, что его там не было, и он такой... Да в камерах тут парни, блядь. Не, я, блин, просто думаю, типа, а как он успел бы добежать до камер? Ну а на этом все, с вами был Найт. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов по данной игре, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока.